Омская, Кемеровская, Томская и Новосибирская области, а также Алтайский край представили свои команды на ежегодной межрегиональной спартакиаде российских немцев. Каждая команда состояла как из профессиональных спортсменов, так и из сторонников здорового образа жизни. Основная идея соревнований – объединение и дружба народов. Инфраструктура, которая есть в городе Бирске, позволяет принимать такого рода инициативы и такого рода мероприятия. Оно, конечно, как бы очень значимо для и укрепления межрегиональных связей, и развития национальной культуры, сохранения традиций немецкого народа, который живет на территории сибирских регионов. И, конечно, это очень значимое как культурное мероприятие, потому что здоровый образ жизни это тоже одна из важных составляющих культуры в целом. Юные бирчанки приветствовали участников спартакиады спортивно-гимнастическим танцем. Спартакиада включала в себя 10 дисциплин, но основным полем для выяснения, кто же все-таки сильнейший, стала волейбольная площадка. Так сложилось, что для многих участников команд волейбол является основным видом спорта, которым они занимаются. Объединяет дух, наша национальность, как-то все это надо поддерживать, потому что команд немного в Западной Сибири, но тем не менее самая огромная это команда немцев Омской области, где 70 тысяч этнических немцев живет, в нашей 32 тысячи. Но это даже не важно. Главное, что мы вместе, мы объединились, и наши культурно-спортивные мероприятия проходят и будут проходить. У гостей, прибывших из других регионов Сибири в наш город, о Бирске сложилось очень хорошее впечатление. Красивые, с хорошей инфраструктурой, вполне считаю, что на достойном уровне приняли гостей из разных городов. И думаю, что всем понравится гостеприимство города Бирска. Недаром сюда все приехали. Сколько у нас здесь спортивных комплексов и богатые спортивные традиции. Либо сам Бог велел здесь собраться. По итогам спартакиады сборная Новосибирской области заняла 3-е место. Первое у сборной Омской области и 2-е у спортсменов из Алтайского края.